был. Начальником прииска был Нилов. Какой Нилов? Это был Киселев. Нилов, я тебе говорю. Сюда подойди. Ко мне, я сказал. Здравствуй, Гена. Здравствуй, Катя. Ты к Служаеву? К тебе. Поговорить пришла. Уже интересно. Странно видеть тебя в этой форме. Не идет? Нет, почему идет? Просто неожиданно как-то. Не, ну я вообще умею удивлять. Ты же знаешь. Я по поводу Тони. А что с ней? Она очень переживает из-за дворянина и того, что у вас не случилось. У нас с тобой тоже раньше это случалось. Не забыла? Послушай меня, Гена. Я знаю, что для тебя это было только так ночь скоротать. А у Тони с дворянином все серьезно. Да? Да. Правда? Правда. А чё же, если у них все так серьезно, она с такой радостью на меня бросилась, а? А, по твоим стопам пошла, да? У нас ведь с тобой тоже все было очень серьезно до тех пор, пока я не уехал. Только твоя Антонина еще быстрее тебя оказалась. Она своего дворянина даже день подождать не могла. Зачем ты так? А ты? А она? Вам можно? Хватит, милая. Как вы со мной, так и я с вами. Ты не прав сейчас, Гена. А ты мне докажи. Ты же можешь. Я понимаю. Меня долго не было, тебе было грустно. Тут этот урод появился. Я все понимаю, Катя. Но теперь-то я здесь, и ты мне нужна. Зря пришла. Я пойду, наверное. Нет. Теперь ты уйдешь, когда я тебе скажу. Ты зачем пришла? Ты же помнишь меня? Ты же хочешь меня? Не говори ничего, я по глазам все вижу. Катя. Ты что? Ты честно остаться хочешь? Так и будешь жить с ним, стареть, а думать обо мне, понимаешь? Ну почему ты за меня решаешь? Откуда тебе знать? Уедем, слышишь, Катя? Уедем отсюда! Я тебе мир покажу, ты же не видела ничего, кроме дыры этой, слышишь, Катя? Жить будем ярко, каждый день как последний, Катя. Гена, ну только все наладилось, почему ты все портишь? Наладилось, да ты убедила себя, что все наладилось, понимаешь? Тебе просто удобно жить так, как во сне. Пройдет 10 лет, и ты пожалеешь, слышишь? А у меня нет этих 10 лет. Я сейчас жить хочу. Слышишь, чтобы ты была рядом. Я люблю тебя, Катя. Все. Спасибо, что помог Сергею тогда в шахте. Прощай. А что это у вас тут было? Чё, ничего не было. Чё. Прощай, сказала, уже хорошо. Фу, да. Глянь, глянь. Пожаловал туда. Ну кто, мужики? Чародец, гони всех из барака! Пошли! Давай, пошли! Давай, бегом! Ну чё вы лутались? Бегом! В стадо, бараны! Ну что, мужики, сейчас выручку считать будем. Хочешь конфету? Коль, здравствуй. Не получилось у нас с тобой, Антонина. Коль, я... Хватит. Я на тебя зла не держу. Долго мы друг другу мозги пудрили. Хватит. Да не смотри ты на меня так, Тонь. Да что ж ты мне душу всю выдебаешь?
Карлыч. Давай. Что, наливать? Играй давай! А почему ты ее не оставил? Ведь она извиниться пришла. Хотел оставить. Ох, как хотел. Как это вывезли? Вчера еще. Они в район все переправлять будут, пока Аллах Юнь не разлился. Сюда смотри. Люди, когда врут, у них зрачки расширяются. Теперь повтори мне еще раз. Вчера в поселок вывезли 6 килограммов. Здесь осталось 4. Все, что вы забрали. Мужики, еще есть герои? Заводи машину! Надолго это? Неделя минимум. Что с золотом будем делать? Ждать. Такую погоду сам понимаешь. Золото повезет только сумасшедший. Подстанция. Катя, это я. Свяжись с районом, передай, что мы сегодня никуда не едем. Связи нет. Как дождь пошел, в трубке затрещало. Черт. Попробуй еще раз. Ну, конечно, я только и делаю, что пробую. Кать, я тебя люблю.
слышу. Я тебя тоже. Тонь, ты не переживай. Пару дней пройдет, все уляжется. Пару дней? Коля теперь неделю гулять будет, ты же знаешь. Я много думала. О чем? Не стану я навязываться человеку. Я же не второй сорт. Да, но сам он тоже не придет. Гордость не позволит. Да. Он же гордый дворянин. Живет хуже нищего, а чести в нем на всю деревню. А я хоть и не дворянка, я... У меня тоже гордость есть. А я все думаю, ведь если бы он всегда рядом был, ничего бы этого не произошло. Про Генку я тебе наврала. Не была я пьяна, не в этом дело. Просто по мужику соскучилась. С Колей я все сама должна решать. В гости зайти я его полдня упрашивала. Но он же мужик. С Томилиным проще. Этот кобель сам все сделает. И захочешь отвязаться, не отвяжешься. Сама знаешь. Знаю. Ты чего, Кать? Нет ничего. У меня муж есть. Ну, муж не стенка. Успокойся, Тонь. У меня с Томилиным все в прошлом. Он мою любовь на море променял. Ты же молодой мужик, Колесников, а? Ни семьи, ни девки, денег куры не клюют. Какого тебе должны в магазине в долг давать? В долг? А я не виноват, что контора не может золото вывести. Я неделю жду, денег у меня ни копейки. Я же жрать же должен что-то же. Ты мне на жалость не дави, у меня платочка, чтобы слезы вытирать, нету. Ты в магазине ни хлеба, ни гречку просил в долг, а водку. Дебош устроил. Продавщицу Людку курвой драной назвал. Ген. Ну, чё Ген? Сержант. Я пьяный был, я не помню ничего. Ну, мне ж не водка нужна была. Ну, что вот, он дворянин всех водкой второй день поет на халяву. Ну, а чё тогда? Ну, я пьяный был, я не помню ничего. Устал я здесь на прииске, сержант. Вот получу деньги, рассчитай с долгами и свалю отсюда, на Бодайбо. Свалишь, только сначала перед Людкой извинишься. В моем присутствии. Так ведь это, дождь же идет. Так что, он может еще неделю будет. Что мне здесь с тобой, неделю куковать что ли? Идем. Вымокнем же. Ген. Топай. Давай. Может, хватит, Коля? Сам решу, когда хватит. Полдеревни из-за тебя полегло. Ладно, поди пил. Мужиков жалко. Больше водки не дам. А я вам героя привел. Вчерашнего. Люд, ты это... Чё говоришь? Не слышит никто, громче. Извини, что я вчера у тебя водку требовал. И курвой драной обзывал. 1500? Никакая ты не драная. А деньги за водку я тебе со временем верну. А? Да ладно, Андрей. С кем не бывает. Сколько он должен? 1500. И водку парню. Я сказал водки ему. Благодарю.
дворянин. А что ты из меня дурака перед людьми сделал? Я тебе не пацан. Я тоже. Ладно, не извиняйся. А я и не собирался. Я на тебя зла не держу. Дружбу из-за бабы ломать не стану. Слушай, так вот старый я, чтобы между мной и друзьями юбка стояла. Только надеюсь, у вас это серьезно. А не так просто время провести. Береги ее. Кого? Тоню. Сложные мы какие. Проще надо быть, дядя Коля. Оружие какое у них? У Ноздри автомат, у других карабины и обрез. Да успокой ты его! Ну как, божьим словом, что ли? Ну, веди куда-нибудь! О, Господи! Санька, пошли на улицу! Да не на улицу, там дождь идет! Пусть Романов ко мне зайдет. Чем скорее, тем лучше. Золото сегодня везти надо. Думаете, они такие наглые? Здесь, кроме нас, еще с полсотни стволов в каждом доме, считай. Мужики их просто на куски порвут. Ну, а зачем тогда рисковать? На всякий случай. Я Ноздрю знаю. Он не отморозок, головой соображает. Но раз он стрельбу начал, неизвестно, что еще от него ждать. Да, ступай к Щербаку, я попозже зайду. Вот еще что. Никому ни слова. Лишние проблемы будут. Служаев велел. Так дорогу же развезло. Ты посмотри, как хлещет. Попробуем проехать, пока есть шанс. Я домой заскочу. Встречаемся в милиции. Слушаю. Так. Ну и что тут у тебя?
Ты это серьезно? Ну и как ты себе это представляешь? Это ты думай. У меня украли, ты найди. Ли, ты же умный мужик. На идиота вроде не похож. А что там такое? Все золото пень складывал, река размылась, вода большая стала, пень унесло. Прошу принять меры, провести пир, пира, пира. Что ты как курица лапой-то, а? Оперативно-розыскные мероприятия. Ага. Ты это сам надумал? Или кто подсказал? Ты теперь заявление забери и дело заведи. Заведу. А незаконные скупки у старателей золотого песка. Пять лет копил. Водку не пил, не гулял, не женился. Все в пень шло. Сам ты пень. Тихо, 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 тихо. Ли, это же река. Арестовать ее? Не будешь что? Заявление брать, сам с ней разберусь. Мужикам не говори. Засмеют. Привет. Привет. Обедать будешь? Не успею. Сейчас переоденусь и в район. В такую погоду? Ух ты. Да. Хорошая фотография, не видел раньше. Она за полку завалилась. Сегодня убиралась, нашла. Кать, тебе что-то не устраивает? Да ну что ты. Не надо, я же не слепой. Ну, сделал вид, что не заметил эту дурацкую куклу. Теперь фотография. Сергей! А что я должен думать, Катя? Ты моя жена! Да, я твоя жена. Но это не значит, что у меня жизни раньше не было. Да. Теперь я вижу, что была. И такая, что забыть не можешь. Тебя, курок, нас всех теперь на стволы выведут. Так, мужики, просьба у меня к вам. О том, что нас зря золото сгорело вывез, пока ни слова никому. Мы здесь тоже молчать будем. А теперь собирайтесь. У купца берите лодку, идите обратно на Горелый. А нас зря. У вас золота нет, к вам он больше не сунется. Все. Что, даже никого с нами не пошлешь? Мне люди здесь нужнее. Пока дождь идет, мы от материка отрезаны, значит, надеяться только на самих себя можем. Все, идите. А что никому не рассказывать? Дождь, видишь? Мужики по домам сидят, водку пьют. И у каждого ружье на крючке. А если узнают сейчас про золото, похватают ружье, кинутся в лес, ноздрю искать. И ни ты, ни я остановить это не сможем. А у ноздря автомат и три уркагана под боком. Представляешь, что начнется? Резня. Вот именно. Отнесите комара на ледник, чтобы не видел никто. А ноздря? Не полезет он сюда. По крайней мере, сегодня. И готовься ехать в район.
Дальше что? А ты сам скажи. Стрелок. Он с обрезом был. Да воздух бы пальнул. Загнали бы его в барак. Потом бы разобрались. А теперь... Теперь нас как волков загонять будут. Дурак. Дочь, мусора сейчас сидят по конторам, чай пьют. Ты на Федора не злись, он же не блатной. Так волной прибило. А я что, злым выгляжу? Ты все сделал правильно, но и он прав. Дождь кончится, пришлют сюда орлов лес прочесывать. Они же не брать нас придут. Для них это охота, так что живыми не уйдем. Ты не мне басни читай, а сопляку этому, который нас подставил. Чш, тихо, тихо, тихо. Золото сейчас в поселке. Пока дождь идет, его не вывезут. Пришло время, Равиль, играть по-крупному. У нас пару дней, не больше. Золото возьмем, рванем к железке. А там на материк. А Николай Терентьевич? Не знаю я такого. А ты? Добрый день. Президент отеля, ресторан «Ассамблея». У меня здесь встреча с господами Егорским и Малатовым. Прошу вас. Шура, помогите Николаю Терентьевичу. Какую кухню предпочитаете? Японскую. Суши там. Прошлый сезон не актуален. Здесь фьюжн. Возьмите телятину и спаржу. Там дальше. Факты о намерениях утром в гостиницу сбросили. Теперь у меня 86% прииска. Все это очень интересно, Николай Терентьевич. Только золото сейчас не фишка дня. К тому же то коренное золото, про которое вы говорите, здесь не подтверждается. Поэтому все это... квази-уна-фантазия. Не понял. Сказки Венского леса. Чего от нас хотите? Купите концессию. Я бы сам продал. Американцам там или кому угодно. Но у меня связи нет. А вам карты в руки. Это риск, Николай Терентьевич. Угу. Мы готовы рискнуть. Только сами понимаете, договориться надо на берегу. А поскольку рискуем мы, то минимальный процент, который нас интересует, 500. Не менее. А с вашим предложением 5 концов не получается. Что делать? Я думаю, для начала нужно уменьшить указанную вами сумму втрое, потом подписать контракт, по которому ваша доля переходит к нам. Угу. Все. Ну, Николай Терентьевич. Хорошее мясо. Жаль, что больше не будет. Почему? А потому что я, когда в нашей глухомане коренное золото найду и нагоню туда хохлов с молдаванами, первым делом вот этот ресторан куплю. И подавать здесь будут не фьюжн, как сейчас, а нашу кухню, сибирскую. Позы с пельменями, капусту квашеную с беляшами. Я это всех жрать заставлю.
а вас возьму официантами. Золото не фишка дня, верно? Золото вечная фишка. Тихо! А что ж сразу хамить? А вы думали, Лошок приехал? Ну что вы, что вы? Чего вы хотите? Реальных денег, о которых я уже все сказал. Соглашайтесь, пока я добрый. Понравилось? Ничего так. Желаете познакомиться? А она что? Проститутка? Что вы такое говорите? Господи, Николай Терентьевич, это не проститутка. Это девушка, которая ищет папу. Дурак платье порвал. Это же Дольче. Будь ей Дольче и Кабана. В Сибирь поедешь со мной? А что, у вас там женщин совсем нет? Таких, как ты, совсем. А что это вы так быстро-то? Не прошли. Надо золотом решать. По-хорошему его бы здесь держать и охранять. Втроем, не меньше. Но если Ноздря вдруг решится, то первым делом сюда пойдет. Поймет, что столько золота в милиции будут хранить. Какие будут мысли? Фу. Поговорю с мужиками. Выберу надежных. Дежурить будем потрое, но не здесь, а в конторе. Как вода спадет, снова золото повезем. Вопросы? У матросов нет вопросов. График составлять надо. Ну, пока вот с Серегой вдвоем посидите. К ночи пришлю кого-нибудь. Хороший здесь кусок. 36 кг. А? Ты что б с ним сделал? Отвез бы, сдал куда надо и вздохнул спокойно. Не. И если б твое? Мое? Ну, не знаю. Экспедицию собрал бы. Большую. Такую, чтобы без трестов, начальников, всяких там Коршиковых. Сам себе хозяин. Искал бы золото. А смысл? Корячиться по горам, не есть, не спать. Ради чего? Ради движения. Вот смотри, сейчас вымирает поселок, да? А там в горах руда есть. Я это точно знаю. И если ее найти, все изменится, начнется движение.
Сюда снова жизнь придет. Тебе сколько лет? Геолог. 12? Нет, я тоже Жюль Верна читал, когда маленький был. Опомнись, кончилось детство-то. А ты б что сделал? Я? Яхту бы купил. Большую, мощную. И в море. Там возле Полинезии, знаешь, есть много маленьких островков. И ты бы нашел остров? Необитаемый. Ну, так, чтобы от людей недалеко. За бухлом там съездить, за едой. Дом бы построил. А ради чего, как ты говоришь? А ты представь, проснулся утром, хряпнул стакан рома и в море. А море ласковое, теплое. Вылез снова на берег, снова стакан рома хряпнул и снова в море. И никого вокруг. Ни одной хари козлячей. Не боись! Смена караула, открывайте дверь. Дуйте спать, утром смените, проходи. Двое здесь, один на улице все время. Будем меняться. Оп! Сережа, ты выпил, что ли? Мы с папой твоим. По 150. Ты не часто ли стал? Перестань. Перестань. Сейчас в камеру засуну, будешь оттуда тяпкать. Ты лучше пристрели меня, братишка. Чего мокнуть под дождем? Давай сходим в кузницу к Магомеду, перетрем. Тебе налить? Нет, мне ясная голова нужна. А мне нет. А ведь ты меня ненавидишь. Да не говори ерунды. Я же чувствую. За что? Я ведь не виновата, что Валерка... Никто не виноват, и хватит. Хватит об этом говорить, хватит об этом думать, хватит этим жить. Столько лет прошло, ты каждый день его хоронишь. Ну так брось меня. Брось. Ну, Оля, 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 перестань, перестань. Ну, ну успокойся, ладно, все будет хорошо. Убей меня, ну сделай. Скоро мы уедем на юг, ты же этого хочешь. Все будет хорошо, все изменится. Все изменится. Ладно? Ты батю нашего помнишь? Да,
Откуда мне 2 года было? Наш с тобой батя куражиться умел. Сезон здесь отрубит и на материк оттянуться. А там с мужиками кабак снимут на неделю. Самой ядрить ее Москве. И гудят. Один раз меня взяли, пацаном еще. Мать померла, девать некуда. Ох, гудеж стоял. А когда уходили, батя берет червонцев в пачку и опал. У этих столичных халдеев глаза по пятаку. Раком ползают, червонцы собирают, а наш батя здоровый, в желтом цвета золота кремплиновом костюме стоит, смотрит на них сверху вниз и орет. Пригнись, Москва, Сибирь гуляет! Я эту картину на всю жизнь запомнил. Эх, братишка. По делу давай. Я теперь в загоне, мне жить осталось неделю. Вода сойдет, весь лес в погонах будет. Раньше надо было думать. Чё-то ты меня не понял, братишка. Да. Я ведь не жалуюсь и не жалею. Мне решить надо, либо по лесам крыситься, либо один раз хорошо взять. Ты мне зачем говоришь? А затем, что ты слушаешь. Один раз, братишка, один раз такой шанс дается. Потом год пройдет, 2, 10. Локти грызть будешь, что здесь гниешь, а там жизнь мимо проходит. Ты чего потерять боишься? Оклад 2000? Да мы с тобой золото берем. На двоих поделим и потеряемся. Я его охраняю. От кого? Для Коршикова? Эта гнида тебя первого продаст. Генка, хватит быть овцой. Хватит! Ты же Томилин. Давай завтра контору берем и все золото, что там есть. Я своих потяну. Ты только маякни, маякни с порога. И дальше дело мое. Потом как уйти думаешь? Пока дождь идет, никто сюда не сунется. У меня лодка моторная. Ночь по воде, а там день другой и к железной дороге выйдем. А дальше страна большая, много в ней лесов и рек. Ну что скажешь? Давай, думай, братишка, думай. Я в долгу не останусь. С геологом проблему решу. Так что не только с золотом, с Катькой останешься. Драк ты, Яков. Уголовник. И меня за собой тянешь. Что же мне делать, если ты сам тянешься?